самом центре в сиреневом платьице с воротничком, пританцовывая старательно и громче всех, песню о маме поет Танечка Лепехина. Она поглядывает на воспитательницу, всячески помогая ей. У нее и так дел много. Да вдруг еще слова позабудет, а Танечка подскажет. Потом и стихотворение расскажет. Надо ведь маме подарок сделать. Танюши дел немало, у Танюши много дел. Утром брату помогал, он с утра конфеты ел. У Танюши много дел, Таня ела, чай пила. Села с братом, просидела, стала, к бабушке пошла. Перед сном сказала маме: я устала, не могу. Вы меня ластите сами, я вам завтра помогу. А вот мама Максима на утренник не успела, работала. Поэтому он с удовольствием рассказывает свое стихотворение. Со всеми движениями, как учили. Чтоб посмотрела мама телевизор 8 марта и порадовалась. Двойной праздник получается. Мама поздно возвратилась, огляделась, удивилась. Дома всюду чистота, дома просто красота. А вообще в детском садике каждый день праздник. Учат стихи, играют и поделки делают. Танечка, например, не против даже мастер-класс провести и обязательно следит, правильно выполняют ли ее указания. Точно учительницей станет. Можно и кисточкой. Ну и, конечно, обязательно надо поздравить всех мам и бабушек. Я беленький подснежник для мамы принесу. Он пахнет нежно-нежно, как тёплый снег в лесу. Я с бабушкой своею тузу давным-давно. И она во всех сочих со мною заодно. Мы с моей бабушкой старые друзья. Да чего хорошие. Бабушка моя. Ой, мама приходит с работы, мама с чем работа. Мама приходит дом. Мама, где кого? Пинокачи на лёд нет. Там походи бегемот нет. Походи Сережка. Бегаем и милочка. Чтобы дети вас не огорчали, в школе лишь пятерки получали, чтобы преданно всегда любить, чтобы внуки радость вам дарили. Алевтина Батурина, Михаил Городников, Объективно, НН ТВ.